Почему нефть дешевеет, а бензин дорожает? Этим вопросом часто задаются не только магаданцы, но и жители всей страны. Сейчас, в условиях самоизоляции, когда многим не хватает средств даже для существования, есть возможность снизить цену на топливо. Как? Об этом рассказал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Магаданской области Игорь Новиков. Все мы знаем, как сколько нас стоит бензин. Каждый мы заправляемся на бензоколонках. Все мы знаем, сколько это стоит. Так вот, сейчас баррель нефти идет в минус. Нефтяникам еще надо доплатить за то, чтобы взяли их нефть, с которой потом производится топливо. В этом топливе, в литре, находится очень много налогов. Эти налоги идут государству. Я только за, все хорошо, кроме одного. Сейчас нам всем тяжело. И в это тяжелое время государство берет свои налоги с каждого литра. Справедливая Россия предлагает государству сейчас не наживаться, не брать эти налоги, потому что сейчас каждому тяжело. И немного побеспокоиться о каждому россиянину, а конкретно в данном случае о каждому магаданце. Поскольку мы все заправляемся, а денег у нас ниоткуда не прибавляется. Мы все находимся на пандемии, поэтому мы призываем государству подумать о своих людях.